Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Ученые нашли способ, как можно съесть корову, не причинив ей вреда. Чтобы такое стало возможно, они достают из коровы немного клеток. После их доставляют в лабораторию, где уже выращивают до полноценного мяса. То есть в течение 3 недель можно получить мясо коровы, которая осталась жива, счастлива и здорова. Этот парень решил запустить воздушный шарик в библиотеке. Вот так ученые собирают образцы лавы для дальнейшего изучения. Этот парень заметил опоссума, который притворялся мертвым. Вы можете заметить, такого красавца с открытым ртом будет валяться на дороге, но на самом деле он живой. Просто он от страха притворяется мертвым, а это опоссум. Так он называется. Да. При этом он не кусается и ничего такого. Представьте, что когда вы просыпаетесь, каждое утро у вас такой вид. Эти два муравья нашли божью коровку и попытались ее утащить. Спасибо большое за просмотр, вы можете посмотреть и другие видео, которые есть у нас на канале. А перевел и озвучил Виски? Ага.